Небольшой обзор на отель Gold City, который находится в Алании. Именно в нем мы отдыхали этой осенью. И именно оттуда были эти чудесные кадры, про которые вы все спрашивали. Самое крутое, что есть в этом отеле, это виды. Сервис хороший, еда хорошая, все, в принципе, очень достойно. Но туристы едут сюда и возвращаются в этот отель именно из-за шикарных видов. В отеле всего 3 бассейна. Один олимпийский, вот он как раз сейчас на видео. Он очень большой, именно здесь всегда проходит анимация и весь движ. С другой стороны корпуса есть релакс-бассейн. Здесь очень тихо и даже не играет музыка. Короче, сюда можно убежать, если ты не хочешь участвовать в анимации. И третий бассейн – это, по сути, аквапарк. У отеля есть свой собственный аквапарк, он, конечно же, бесплатный. Здесь достаточно неплохие горки, которые понравятся детям и даже взрослым. Анимация в отеле работает с утра и до 5 часов вечера. Именно в это время можно взять в аренду, например, какой-нибудь мячик, теннисные ракетки, какие-то дротики, в общем, поразвлекаться. Баров здесь очень много, если честно, я их не считала, наверное, штук 5, там можно взять напитки или перекусить. В определенное время можно взять турецкую национальную лепешку, которую выпекают прямо при тебе, и даже взять мороженое. Туристы могут жить в основном корпусе, он самый дорогой, потому что находится ближе ко всей движухе, но я бы не сказала, что он самый лучший. В новом корпусе или на вилле. Мы как раз выбрали виллу, это был наш осознанный выбор, и мы даже не захотели переезжать, когда нам предложили основной корпус без доплат. Вилла просто шикарная, а главное, что здесь тихо, спокойно, мы здесь были одни. Самый большой минус, который я встречала в комментариях, это расстояние. Люди пишут, что им долго ходить, но мне кажется, что это плюс, потому что ты гуляешь и сжигаешь съеденные калории на вкусном обеде или ужине и наслаждаешься красотой. Еда понравилась, но завтраки были достаточно однообразны. Пляж здесь тоже хорошенький, он песчано-галечный. На входе в воду есть булыжники, это такой рельеф, особенность их никуда не денешь. Если волны, то можно стукнуться, но можно плавать с пирса. С пирса просто все шикарно, и мне кажется, что там даже вода теплее. В общем, если меня спросят, понравился ли отель, я скажу, что очень. Всем рекомендую.